Уже в понедельник Михаил Саакашвили рассказал о визите к президенту Украины. Одесситы пообещали, что будут дожидаться кардинальных мер от главы государства. Подробнее в нашем материале. Президент Украины поддерживает прокурорский Майдан. Об этом на митинге сообщил Михаил Саакашвили. Он заверил, что петицию от одесситов передал лично в руки главе государства. В течение нескольких дней Петр Порошенко пообещал принять решение относительно нового старого прокурора Стоянова. Назначили человека, у которого огромное количество недвижимости, всякого другого имущества, который всегда облагал бизнеса ту данью, который является известным вымогателем, который является партнером известного мафиози и сепаратиста Маркова. Спустя 2 года режим Януковича может вернуться, так как Стоянов – олицетворение именно того времени, говорит Саша Боровик. Солидарны с одесситами харьковчане и львовяне. Они сегодня тоже под стенами прокуратур в своих городах. Сейчас речь идет уже не столько о Стоянове и Саакашвили. Если вы посмотрите на плакаты, например, то это уже не только о них. Это вообще о системе, которую эти люди представляют. Одесситы заверили, что круглосуточно дежурят под стенами областной прокуратуры и будут дожидаться конкретного ответа от президента Украины. До этих пор работать новому старому прокурору Николаю Стоянову не дадут. Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Думское ТВ.